Здравствуйте, друзья. Вот, короче, у меня была на пульте управления машинка. Вот она. И, ну, пульт потерялся, батареек не напасю. Я сделал напрямую. Подсоединил к моторчику вот провод. Вот это провод на колеса, чтобы там управлялись. Но я их пока это отсоединил. Потому что можно пока вот так руками шевелить. Так, вот, сейчас колеса поверну. Вот они, два конца. Меняем фазу так и так, так и так переворачиваем. Это вперед едет, это взад едет. Показываю. Вот. Беру вот под напряжением вот эти два тока, ну под там сколько-то, не знаю, вольт, еще даже не мерил. Вот. Поэтому пока поставлю телефон вот так вот, чтобы видели. Один, вот, и подаю ток, хлоп, вот теперь меняю фазу, подаю вперед. Вот она, машинка 4WD. 4 года. Проверим, какой наклон он может держать. Так, вот эти вот едет. Все. Теперь сейчас я буду поднимать. О, держит. Поднимаю еще выше. Падает. Лифует. Вот такой наклон. Держит. Да, ну такая вот. Ну такой вот обзор. Ну-ка, с буксом тронется, если отпадать сразу. Зацепился за провод. Сейчас подсоединю-ка эти провода. И покажу все. Это 4 ВД. А сейчас это 4 ВД не работает на тебя. Такая вот получилась.
расшатается. Пытается. Ну-ка колеса повернуть. Главное, чтобы еще вот эти поводки не замкнули. Вот. Ну, в общем, вот такая вот получилась машинка. Может, кто тоже захочет сделать там довести до ума, чтобы поворачивалась. Вот так вот. Вот моя рабочая обстановка. Сейчас будем усовершенствовать, вот эту менять. Все. А вот как эта машинка светится. Вот подал напряжение. Вот она. Просверлила здесь под провод. И вот так вот будет светиться весь. Вот такая вот. Изобретение.